И расскажи, как ты в свои 16 лет стала проституткой. Я? В 16? Я была девственной. Ну, в 17. Чего тебе не хватало в этой жизни? Родители врачи. Обалденные родители. Все для Доти. По первому требованию причем. Чего тебе не хватало? Ты о чем вообще? Я это не понимаю. Что ты не понимаешь? О чем ты сейчас говоришь? Ты никого не любишь. Давай научи меня любить. Знаешь, ты. А с чего ты уверена, что ты любишь? Откуда ты знаешь? Кто любил, тот знает. Ты считаешь, что ты любила? Я любила, дорогая. А будешь любить еще? Буду еще. Это чувство не теряется.